Так. Сейчас яйки заныкаю. О, а вот и здравствуйте. Есть будущий потерпевший. Так. Так. Сейчас должен появиться. Блин. Ну, все в ангаре. Все, все в ангаре, отличненько. Так, давай, наверное, сначала начнем вот с этого. Что у нас тут было? У нас было почти 4 лярда на борту. Ну, вот как-то так. Так, вот, собственно говоря, килл. Что у него? Но... Блин, ну, в общем-то, неплохо он был утанкованный, но его это не спасло вообще никак. Если бы у него Т2 здесь стояли бы, было бы гораздо-гораздо тяжелее. И, к примеру, здесь у него бы стояло бы еще этот самый чемодан. Вот если бы стоял бы чемодан, скорее всего, вообще бы никак. Не прошло бы. А так ничего. Нормуль. Вошло. Впитал. Сейчас. Короче, вот он у нас килл. И, собственно говоря, что мы тут получили? Так, ну это вот... Нафиг отсюда. А, значит, почти 2 лярда. Но у нас еще чертежик, который 460, ну пускай 450 лямов на ратлю. А это, кстати, у нас не обычно просто. Итого у нас что получается? Пускай 450 плюс... Лярд 926. Ну, почти 2 лярда 376 лямов. Нормальный килочек.